На встречу с акимом Бурлинского района Западно-Казахстанской области Маратом Тусупкалиевым пришел почти весь коллектив компании KSS Building. Рабочих волнует судьба предприятия и его руководителя Барлыка Мендегазиева. Считая имущество компании арестованы, директора судят. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Зал акимата переполнен, ведь если прикроют компанию, семьи 250 человек останутся без средств к существованию. Почему же нужно расформировать компанию и Барлыка наказывать? Эти рабочие с ним находятся на протяжении более 10 лет. Компания стабильная, зарплату получали вовремя. Работали все не на страх, а на совесть. Очень много сделано Барлыком для развития региона нашего. Сегодня аким района может пообещать одно. В случае закрытия компании весь персонал туда устроят. Будущее компании не ясно. Все мы следим за происходящим. Вы знаете компанию? Для этого возле меня сидят представители этих органов, которые сейчас пояснят, с чего это все началось. Я не имею права закрывать компанию самолично, вы поймите правильно. Нет. Решив директора «Свобода», заморозив счета, вы вот всех этих людей оставляете без средств к существованию. Понимаете? Это говорит еще и о том, что это вы подвергаете национальную безопасность опасности. Вы создаете... Что касается руководителя KSS Building Барлыка Мендегазиева, то помимо рабочих, к компании подключилась Национальная экономическая палата Казахстана. Союз Атамекен готовит обращение в Генпрокуратуру. Учитывая изложенное, Союз Атамекен выражает обеспокоенность сложившейся ситуации с ТО KSS Building и господина Барлыка Мендегазиева и будет всеми доступными правовыми способами защищать законные интересы предпринимателя, так как тенденция различной интерпретации норм налогового законодательства предпринимателями и налоговыми органами создает серьезные правовые риски ведения бизнеса в Казахстане. Сама встреча жителей города и сотрудников компании с администрацией продлилась более 2 часов. Кажется, туманные ответы местной власти людей не удовлетворили. Сход закончился требованиями рабочих. Мы требуем свободу Барлыку Мендегазиеву. Мы требуем свободу Барлыку Мендегазиеву. Ремонтируй дороги, отстань.